веткой сирени встретит Югра-классик любителей классической музыки. Перед жителями окружного центра и гостями выступит концертный оркестр Югры под управлением Сергея Свиридова. Свою первую программу в новом сезоне музыканты посвятили творчеству Сергея Рахманинова, яркого и самобытного композитора. 15 сентября будет дан второй концерт для фортепиано с оркестром. Написанный в начале 20 века, он стал одним из популярных музыкальных произведений. Его исполняли выдающиеся пианисты мира. Отмечу, что концерт пройдет в день рождения художественного руководителя духового оркестра. Рахманинов – это, мне кажется, один из критиков назвал его Левитаном в музыке. И вот он настолько ярко и красочно описывает пейзажи, вот это вот ощущение, то, которое приносит нам осень, вот, может быть, это все-таки передастся и публике через призму нашего исполнения. Мне бы хотелось это передать. Ну и потом, все-таки, раз я устраиваю себе праздник, свой день рождения на сцене, я хочу дирижировать своего любимого композитора.